Скажите, уважаемые, остальные приехали или в один? Сегодня вообще что-то все не так, что-то ломается, вот, похоже. Я тогда пойду, а вы... Светлана, мы вас видим. Знаете, что хочу сказать? Что мы приехали откуда? С какого мы города? Ростов!
типа, мы в курсе, да? А знаете, что датское казачество – это вот моща такая. Поэтому мы символически такой подарок сейчас вам ударим с нашей донской земли. Конечно. Садники в други. Thank you.
Thank you.
говорит, и бубит, и прекрасно. Знаете, что интересно, что звукооператор сегодня бас, можно первый раз пока мы видим девушку Светлану, которая все это дело делает. Светлана, вы нас слышите? О, слышите. Ничего, мы бывали в таких переделках. Вы знаете, я хочу так сделать такую рекламу. Мы сегодня, отыграв этот концерт здесь, пойдем, знаете, куда? В пивную. Пивную галерею. Через мост. Ну, вы же все местные, поэтому, пользуясь случаем, приглашаем вас на пивную вечеринку. Ну, а сейчас бас уже звучит. Коля, потрогай. Там звучит. А здесь? Здесь не очень. Ну, ничего. Игорь, это громко. Хорошо. Вы все знаете, по какому поводу мы сегодня в основном собрались. Это, конечно же, Виктор Некрасов. И, конечно же, это наш учитель. И я хочу сказать, что те учителя, которые нас учили владеть нашими инструментами, мы многим, очень многим, буквально всем обязаны, потому что наша специальность, наша профессия — это вот эти инструменты. Поэтому я думаю, что в лице Виктора Некрасова мы сейчас вспомним всех наших педагогов, учителей, живых или не доживших до сегодняшнего дня, и посвятим следующую нашу композицию именно тем нашим педагогам, которых мы любим, ценим, как наших родителей. Thank you.
конечно же, Некрасов. Ну что, послушаем нашего солиста, универсала, трубача, который не только умеет играть, но еще может исполнять. Скромный. Бонасера, только приехали из Италии, и там полюбившаяся тема, когда зал вставал. Бонасера, поздороваемся. Нравится, когда вы делаете.